Всем-всем-всем привет! Мы запускаем денежный марафон. Сейчас, минутку. Так, боюсь. Всем привет! Всем-всем-всем-всем-всем-всем привет! Сейчас ждем всех участников. Я просто не могу! Несмотря на то, что я многим сейчас записала видео, я даже сидеть на месте не могу, насколько сегодня потрясающий день. И я вас поздравляю с этой датой. Да, всем-всем привет. Буквально все заходят, ждем 2 минутки. У нас все сейчас будет на 2. И даже я вышла не в 30 минут, как с девчонкам говорила команде, а в 32 минуты. Двоечка, 32 — это мое счастливое число. А вообще везде ищите знаки. Всем-всем-всем привет. Быстренько напишите, кто с каких городов. Да, сегодня будет тема, это денежный марафон. И я вас всех поздравляю с этой потрясающей датой. 02.02.2020 год. А сегодня еще в 8 часов 20.20 у нас стартует первый этап. А в 22.22 у вас должен быть создан свой финансовый план, потому что это реально уникальная дата, которая будет один раз в вашей жизни, один раз в тысячелетие, один раз, ребята, меня, так как я финансист, у меня вот так вот, я сегодня в 6 утра, я проснулась, у меня, я начинаю читать с книги, в книге я вижу подтверждение, я уже думаю, боже мой, когда я дочитаю свои страницы, а я каждый день читаю 10 страниц минимум, а так раз, и получилось, что 32 страницы свое любимое число прочитала, потому что там интересно было, и все, и я просто, я не могу, у меня родилась акция, у меня родилась стратегия в этот день, я уже расписала команде вот это все, я уже команде записала 2 дубля видео, я уже и вживую, и вот так, но поняла, что меня просто настолько распирает поделиться с вами, даже если вы не моя команда, даже если вы просто смотрите, я всем делюсь, я хочу, чтобы все как можно больше зарабатывали, неважно в какой вы компании, вот этот момент стратегии вы можете применить для себя, потому что у нас недавно был марафон MLM, а я уже говорю, я не могу, прям меня настолько распирает вот сегодняшняя дата. И что, я не знаю, у меня будет, наверное, взрыв мозга в 22-22, когда у меня будет уже четкий план, у меня будет команда, с которой мы просто вот так вот запустим начало отсчета. И марафон я запускаю условно, потому что марафон — это вся наша жизнь. Но принять решение вы должны именно сегодня. Надо попить водички, успокоиться. Знаете, что за волшебная водичка? Да, это многие знают. Вот, так вот, марафон мы запускаем до 20.02.2020. Условно, это командный марафон, потому что такое марафон? Да, у нас карьера будет жить, она длится, будет долго, да, всякие стратегические планы, но коротенькими участочками мы будем определять, насколько мы успешны. Вот. И этот марафон будет посвящен, что наша стратегическая задача будет. Во-первых, сейчас я себе подсказочку возьму. Нужно будет научиться и размещать в 2 каталогах, в текущем и в следующем каталоге по 200 баллов. Почему именно 200, я тоже расскажу. Ну, во-первых, это магия чисел. А во-вторых, в текущем каталоге, понятно, 200 баллов, и, возможно, вы уже это сделали, а в следующем каталоге, на 2-й день каталога, это принципиально на 2-й день каталога, и он попадает в этот цикл до 20 февраля, у вас должно быть уже 200 баллов. Магия цифр, но эта магия влияет на ваш бизнес. Об этом чуть позже. Первое. Во втором, это как минимум 2 часа рекрутинг в день. Если меньше, то вы ничего не поймете. Если вы только новичок и стартуете, то больше 2 часов вам нельзя, иначе вы перегорите, потому что все всем вам откажут. Ну, все. Из 10, ну, 1 согласится. Но к этой цифре мы будем идти. И нельзя сразу много работать сразу. А почему это то же самое, когда вы новичок, идете в спортзал, вам не кидают штангу. Вы должны потихонечку войти в темп. Поэтому, но те, кто уже, у кого уже есть опыт, поэтому 2 часа это, вот знаете, вот такая вот минималочка, с которой вот сейчас надо фигачить. Поэтому, еще раз, 200 баллов в 2 каталогах. Во-вторых, 2 часа рекрутинг каждый
каждый день. До 20 числа, ё-моё, себе пообещайте, что я ни-ни каждый день выполняю это правило, как почистить зубы. Смотрите, если даже 2 дня выпадают по статистике, ну, вы себе сделали выходные, то помните, чтобы заново начать этот цикл 20 дней подряд, вам нужно вдвойне приложить усилий. Понимаете это? Помните об этом. Дальше. Вам нужно 2 квалифицированных новичка. Зачем 2? Ну, во-первых, магия чисел. Во-вторых, магия чисел от компании Oriflame. Если вы делаете 2 квалифицированных новичка, то вы участвуете в премиях. Сейчас с уровня новичка можно получить премии от 100 до 125 тысяч рублей. Дальше у нас есть акция «Я буду расти», там премия 25 и 50 тысяч рублей. Также это влияет на премию вашего директора, ну, за звание директора. Короче, с уровня новичка сейчас можно собрать только премиями 300 штук. Коротко. Подробности я потом уже в планерочке запишу, да и многие те, кто уже в компании, уже все это знают. 2 квалифицированных новичка – это вообще норма на все акции компании Oriflame. На все. Вот, ну, это норма, ну, вот норма, понимаете? Магия чисел. 2, 2, 2, 2, 2. Вот. 200 баллов. 200 баллов. За 200 баллов вы гарантированно получите в подарок от компании сейчас 2 бьюти-бокса, которые по стоимости больше, чем 2020 рублей. Вау, магия чисел. Поэтому, кроме этого, 2 гарантированных, 2 бьюти-бокса, и в 2 розыгрышах супер-боксов вы участвуете от компании Oriflame. Я не голословно. У нас есть вот такая методичка. Я вам объясняю, почему вот магия чисел у вас работает, да? Где вы получаете гарантированно один из вот этих бьюти-боксов в подарок. В подарок, если у вас новичок разместит заказ всего лишь на 50 бонус баллов, например, это wellness pack, вы найдете нужные слова, почему важен этот продукт. Пожалуйста, либо сердечками, либо лайками, как-нибудь, как вы относитесь к этому продукту. Если вы не знаете, есть повод спросить у людей, потому что это самый продаваемый продукт из 1500 наименований продукции компании. Окей? Так вот, понимаем, да? И ваша задача будет 2 диалога в чат, самые успешные, которые у вас были. Тем самым у нас будет закрытый чат, где мы будем делиться. Во-первых, мы будем прокачивать для тех, кто новички стартует, как же сделать эти 200 баллов. Ну, я сейчас вам на 2 примерах расскажу, как это сделать. А во-вторых, мы будем обсуждать с вами диалоги, фишки, вот этот марафон, да, чтобы прокачать. Потому что один человек хорошо, а 2 – это лучше. 2 человека придумают идеи, обменяются, и вот уже у каждого будет как минимум 2 идеи, а не 1. Да? А если нас 20, и 20 человек обменяются по 2 диалога, уже будет математическая прогрессия. Так вот, а дальше идет магия чисел на 2. Смотрите. А наши, вот давайте предположим, что вот сначала проговорим еще раз для тех, кто вообще не в теме, да, условия компании, которые вы будете для новичков объяснять. Ну, во-первых, все очень просто. Регистрация и доставка в компании Oriflame бесплатная при размещении заказа на 1000 рублей. И вы получаете сразу 20% скидки. 20! Ха-ха! То есть ваш заказ на 1000 рублей, вы платите в компанию 800 рублей. То есть, смотрите, и 200 рублей вы уже экономите. Классно, правда же? И вы, например, такой VIP-клиент, которому все по барабану, вот только для себя. И при этом у вас реально очень крутая экономия. Я не могу реально записать видео, где я рассказываю, что за 10 лет, я финансовый аналитик, и у меня 7 лет стажа опыта, и после этого, когда я просчитала здесь все в компании Oriflame, я просто бросила свою работу, тем более меня вышла самая максимальная моя должность в 25 лет, я прошла всю карьеру финансиста, и я отказалась в день, когда мне нужно было переходить на другую работу и написать заявление перед Новым годом, 31 января, я написала заявление, что увольняюсь, потому что мой доход, совмещаясь с моей основной работой финансиста, был больше, чем там, когда я получила 5 лет образования, высшего образования, ребята, 5 лет, дальше у меня было еще сначала среднее специальное, потом высшее образование, и это дало фундамент мне, конечно же, но когда вы сейчас будете зарабатывать с Oriflame маленькие копеечки, отнеситесь к этому как к стипендии. Вот скажите, кто из вас имеет высшее образование? Либо лайки, это быстренько, да, нажмите, либо напишите «я». Смотрите, когда вы чему-то обучались,
5 лет или 3 года. Вам платили за это деньги? Нет. Да? Правда? Нет. Мало того, вы там приплачивали, вы нигде не могли работать. Вы каждый день ходили на обучение. Вы учили эти учебники, которые вот... Я не помню вообще, я даже предметы толком вспомнить не могу, но тем не менее. А вспомните каждой сессии. Пипец сессии, да еще и приплачивали, чтобы там ошпаргалки. Ну что вы в итоге получили? То ваше высшее образование 5 лет. 5 лет. Для меня это вообще страшно. 5 лет, ребята. Ваше высшее образование позволило вам зарабатывать и работать по основной специальности. Ну, мне сначала да, финансиста, но потом. Ребята, когда вы здесь стартуете и получаете, ну, маленький доход, а почему маленький? Он будет ровно в коэффициенте, вот знания вы получили, вот как высшее образование, получение знаний еще не гарантирует вам то, что вы реально будете зарабатывать. Нужно, как получили знания, нужно сразу применять. Так вот, коэффициент, когда вы будете применять знания, это и будет ваша маленькая стипендия. Маленькая стипендия. До уровня директора это будет маленькая стипендия. И за месяц вы можете, вот сейчас я расскажу, как выйти на стипендию 10 тысяч рублей в месяц. Вот маленькая стипендия. Когда вы станете директором, будете получать примерно 25-30 тысяч рублей, тогда, да, вы закончили высшее образование. И тогда ваша задача будет уже обучать других. Тогда у вас реально будет зарплата 50, 100 тысяч, 200 тысяч. За каждого нового директора у вас будет увеличение дохода. Только тогда. До этого, ребята, это стипендия за то, что вы изучили и применили те навыки, которые вам дают люди, причем долларовые миллионеры, окей? Теперь, итак, вернемся к тем шагам, да, стартовая программа для новичков. И вообще, итак, регистрация, доставка бесплатная, 20% скидка, да, дальше. Второе акция. Если новичок размещает заказы на 50 бонус-баллов, а это, например, один продукт, то он получает 50% скидку в следующем каталоге, плюс он участвует в розыгрыше подарков, бьюти-боксов от компании Oriflame. Это вообще очень крутые бьюти-боксы, об этом потом. Плюс, если он размещает заказ на 100 бонус-баллов в течение 3 недель, он получает туалетную водичку Люсия. Ну, это первое, что у меня... Ой, знаете, вот опять же таки, чем я пользуюсь? Вот на расстоянии вытянутой руки у меня только на рабочем моем месте есть 3 туалетных водички, в зависимости от того, какое у меня настроение. Утром я сажусь, и у меня вот либо туда, либо сюда. Это только моя рабочая зона, понимаете? А знаете, еще что есть? Вот, крем для рук. Так, отошли от темы. Так вот, туалетная водичка Люсия. И вообще, если вы научитесь в течение 90 дней делать по 100 бонус-баллов, а что такое 100 бонус-баллов? Это, например, набор вот такой Wellness Life Plus. Что такое, расскажем позже. Вот где бы вы, куда бы ни пошли на основную работу, везде есть испытательный срок. Ну, как правило, 3 месяца. Так вот, если вы даже вообще, ну, нифига ничего у вас не получится, ну, вообще нифига. Ну, вот вообще, вот будете работать, ну, вот вообще, ну, вообще ничего. То компания вам дарит продукции на 10 тысяч рублей. Это стартовая программа. Но если ты вообще ничего, вот ты только для себя взял, заказал себе Wellness Life Plus, например, да, основная категория, сюда входят витаминки и коктейль. Самая продаваемая категория компании Oriflame. Но это вот у меня просто под рукой наборчик. Либо, ну вот ты просто вообще, ну, лень тебе работать, кому-то показывать каталог, либо ты взял серию по уходу за лицом. Например, на Вейш это 162 балла, а нам, помните, надо было 100 баллов, да? Либо, ну, ты понимаешь, что, в принципе, нет, пофиг мне здоровье, пофиг мне кожа, ну, вот мне вот, я, вот мне нужно по бюджету, там, гели для душа, что-нибудь такое. Окей, как разобраться во всем ассортименте, ребята? Каждый каталог я делаю минимум 200 бонус-баллов на протяжении уже более, наверное, 15 лет. Хотел сказать 10 лет или там еще 20 лет. Нет, здесь не совсем магия чисел. Так вот, что я заказываю, как я заказываю, какой продукцией пользуюсь. Я результат продукта компании Oriflame. Каждый каталог я записываю в видеообзор, где рассказываю подробно. Это заказы минимум 200 баллов, плюс во всяких акциях, распродажах, самый вкусный, лучше. Окей. Так вот, за испытательный свой срок 90 дней, это 4 каталога, вы проходите стартовую программу. Сейчас я вам покажу подарочки. Вот
Тан-тан-тан-тан. Вот, вот такие вот. Вот такие. Это на 10 тысяч рублей вы получаете подарков. Вот таких. А каждый набор будет 199 рублей, плюс цена вот эта вот будет, ну, около 10 тысяч рублей. Вот. Плюсом к этому. А для VIP-клиентов, кто зарегистрирован в компании Oriflame, а таких будет 95%, понимаете, сейчас это нормально, это модно, это круто заказывать где-то через интернет-магазины. Каждая компания, каждый бренд сейчас продает свою продукцию через интернет. И вот недавно совсем мне женщина написала, она говорит, я работаю на работе в госучреждении, да, и вот мне нельзя доход, ну вот мне куда-то регистрироваться, доход получать. Ребята, поймите, что здесь вы просто клиент. Вот, например, заказывая продукцию на сайте Wildberries, вы разве вы имеете доход? Нет, вы просто имеете скидку. Чем больше у вас покупки, тем больше вам скидка, правильно? Также в компании Oriflame. Вначале вы просто приходите быть VIP-клиентом. Но когда вы уже внутри компании, когда вы уже здесь, вы начинаете участвовать в различных акциях, закрытых от компании Oriflame. Это 75% скидка. Это каждую неделю что-то компания вам дарит. Обо всех, об этих акциях, о лучших продуктах, что покупать. У нас есть отдельный чат для клиентов, называется «Акции. Лучшая продукция». Это только для наших VIP-клиентов, куда мы скидываем все акции. Там вы поймете, какая лучшая продукция. Плюс наши же девчата, они рассказывают свои впечатления. Окей, да? То есть гарантированно вы получаете, во-первых, подарки, во-вторых, вот постоянно вот такие вот распродажи акций. Окей. А дальше мы запускаем магию чисел, и мы работаем на удвоение нашего бизнеса. Я здесь расписала стратегию, чуть позже я запишу, смонтирую видео, которое будет в Ютубе, где подробненько все рассказываю. Итак, что мы делаем? Помните, мы говорили про двух квалифицированных новичков? Например, стратегическая наша работа. Первая неделя – два квалифицированных новичка. Вот скажите, вот за неделю, если прям работать по 2 часа каждый день, можно найти всего 2 человек, которым рассказать, влюбить в продукцию и сделать заказ, чтобы они заказали, например, вот такой вот набор? Ну, чисто теоретически, вот можно найти, вот, чтобы 2 человека заказал один, например, такой набор, а второй человек, например, заказал вот такой набор. За неделю можно? Теоретически. Но вот если очень хорошо стараться и каждый день 2 часа уделять рекрутингу, объясняя, показывая. Либо, если вы не знакомы с продукцией, нужно просто давать им ссылку на мой видеообзор. Можно, да? Вот смотрите, дальше. По идее, следующую неделю вы также находите 2 новичков, да, и так далее каждый день. Но предположим, что на этом вы пока останавливаетесь, вы уже нашли своих 2 новичков. И что важно... Понимаете, этот бизнес делается не в одиночку, а вам нужно, вот 2 человечка пришли, вот вам нужно не бежать, сломя голову, там непонятно, в соцсети, спамить и так далее, тысячу шаблонов рассылать, а у каждого из этих 2 людей найдутся 2 человека, либо это на скидку, на дисконт, да? У каждого человека есть свой круг окружения, и мы можем найти по 2 человека. Мариш, не знаю. Вот, там посмотри. Угу. Вот, следующий момент. 2 человека приводят 2, 2×2 – 4. На следующей неделе ваша стратегия – это 8 человек. 4×2 – это уже 8. Если просуммировать 2, 4, 8 плюс вы – это 15 человек. 15, уже 15. Но наша-то задача какая? Они могут размещать заказ на 50 бонус-баллов, на 100 и так далее, да? Вот смотрите, пригласив всего 15 человек, мы можем выйти на доход 10 тысяч рублей. Первый. Смотрите, я вам объясняю. Вот те, кто в теме, кто понимает маркетинг, 3000 бонус-баллов групповой товарооборот – это 15% уровень, это примерно 10 тысяч рублей доход. Это ваши 2 веточки. Плюс сейчас от компании вы участвуете в премии. Это премия 10 тысяч рублей, если вы выйдете на этот уровень. Вы можете за этот каталог выйти на этот уровень. Можете не, как я говорила, раз в неделю по 2 новичка, а можете одного новичка за один каталог пригласить следующих.
и так далее, да, то есть ваш темп будет увеличиваться, то есть здесь не каталоги, как я расписала, а месяц и так далее, да. Еще раз, у меня будет отдельно записано видео на YouTube, где вот прям все это будет рядышком. Так вот, а почему стратегически важно научиться самому делать заказ на 200 баллов и также новичков? Потому что, например, вот наша первая цель – это менеджер 15%, да? Это премия 10 тысяч рублей по акции «Все в плюсе» компания запустила. Плюс, если вы новичок, то вы еще успеваете в этом каталоге стартовать на премию «Я буду расти». А тот же самый уровень 3000 баллов, 15%, но премия 25, то есть 35 тысяч рублей вы получаете только премиями, если вы лично размещаете заказы сейчас на 150 баллов, и у вас будет 2 квалифицированных новичка. Вот эти подробности, все будет в чатах, все разъяснение. Так вот, этот уровень 15%, 3000 бонус баллов, если поделить на 200 баллов средний заказ, то это будет 15 человек. Но если средний заказ всех ваших новичков и людей будет 100 бонус-баллов, ну как, два продукта, да, вам нужно будет пригласить 30 человек. А если у вас будет 3000 баллов, мы делим на 50 бонус-баллов, один продукт, да, то вам нужно пригласить 60 человек. А если, ну вот, ну как бы так помыться с гелем для душа и так далее, чему, ну там чуть-чуть, да, там буквально там на 2000 рублей, на 2020 рублей заказик, да, то вам нужно пригласить 100 человек и обучить. А теперь подумайте, 15 человек, 14 включая вас 15, либо 100 человек на дисконт. Какие вам нужны люди? Вы хотите быстро стартовать в бизнесе? Вы хотите с меньшим количеством людей строить бизнес? Или с большим и вечная работа с дисконтными потребителями? А скажите, вот этот момент понятен? Почему нужно учиться сделать 200 баллов? Окей. Второй момент, да, будет у нас два вопроса, как сделать 200 баллов и как рекрутировать. Об этом мы всем будем говорить в марафоне по рекрутингу. Мне сейчас главное показать вам, что нужно делать, зачем нужно делать, да. Дальше все проценты, выплаты, все, я рассказала все это в видео, которое уже просто рассказала. Мне главное, вот эта стратегия, помните, 15 человек, вот план на этот каталог, 2 человека, дважды 2, 4, дважды 4, 8, все вместе 15, каждый заказ, каждый делает на 200 баллов, еще раз, 200 баллов, это мое, например, посмотреть видео, что я себе заказала, это 162 бонус балла, это уход за лицом, либо 103 балла, вот wellness, все, я уже 10 тысяч раз показала, как просто делать, но наша-то задача, это не просто 10 тысяч рублей доход, правильно? Второй этап нашей карьеры, это будет как раз-таки надо выйти на уровень директора. Это примерно 25-30 тысяч рублей, но если мы запустим эту же систему, то уже на второй каталог вы можете выйти на доход 50 тысяч рублей. Тоже как? Смотрите, мы эту таблицу умножения, эту стратегию сетевого маркетинга просто вглубь. Помните, 8 было, дважды 8, 16, первой неделе работаем, дальше на удвоение, 16 на 2, 32, 32 на 2, сколько будет, 64, просуммировать, это уже 127 человек, если средний заказ 200 бонус баллов, то это 24 тысячи 400 баллов, короче, это около уже миллиона доход. Миллиона товарооборот, уже около миллиона товарооборот, и в среднем вы будете зарабатывать на этом уровне, если посчитать все, это около 60 тысяч рублей. Научили, построили две директорские группы, за одну директорскую группу премия 100 тысяч, за вторую группу, точнее на пути к тому, когда вы уже, ваша группа отделилась и у вас товарооборот 7500 бонус баллов, вы получаете премию 150 тысяч, за две директорские группы премия 200 тысяч, и уже у вас такой доход примерно за две директорские группы, вот 200 тысяч, да, получается 100, 150 и 200 тысяч премия, да? Плюс вы выходите на постоянный доход где-то полтинник. И с этого уровня компания вам начинает выплачивать автобонус. Где-то примерно уровень 45 тысяч рублей вы начинаете зарабатывать, ребята, зарабатывать. Чем быстрее вы стартуете, будете работать, а не просто вечный студент, я работаю, я приглашаю, да, а работать, да.
где это будете, вот этот доход, автобонус. Что такое автобонус? Компания вам дает на 3 года 1 миллион. То есть вы выбираете любую машину, не определенно там Kia Rio или там вот такую-то, и плюс этого цвета. Нет, ребята, вы выбираете ту машину, которая вам нравится. И каждый каталог вам компания будет платить 20 тысяч на автобонус. Ребята, любая компания, любая, вы просто-напросто оформляете кредит, выбираете себе ту машину, которая вам нравится, и каждый месяц компания будет перечислять 20 тысяч рублей. Вот. А, ребят, это круто. Два директора, у вас начинаются различные конференции, золотые конференции в разные страны мира. То есть вот представьте себе, вот первая моя конференция была на Канарских островах, потом Рим, Париж, Валенсия, Стокгольм, Абу-Даби, Дубай, Австралия, Австралия, ребята, я, вот понимаете, вот мне бы 5 лет назад сказали, что я полечу в Австралию, это вообще, это просто, это немыслимо было, да, а год назад это было, или там полтора года назад, Токио, вот Кристина Сологова с моей команды была в Токио со мной, ну, это просто что-то нереальное, туда визу получить, в Японию, это вот, ну, это просто там, а сейчас в Америку визу получить, а у нас была в Майами конференция, и сейчас будет в Лос-Анджелесе, ребята, и программа будет для тех, ну, для бриллиантовых директоров, а это нужно вырастить 6 групп. Помните, я вам показал 2? Вот 2 вырастили группы, берете следующие 2, да, и также обучаете. Обучили? Вау, классно. Даже 3 группы — это доход примерно 100 в месяц. Дальше 4 группы, то есть 2 и 2, да? Дальше 6 групп. Вот 6 групп — это доход от 200-250 тысяч. Ну вот как бы, вас учили этому в университете? Нет, не учили вас этому, да, меня не учили. Я просто получила образование, а дальше я обучалась и действовала. Если вы обучаетесь и не действуете, это вот, ну все впустую. Нужно отрабатывать все то, что вы прочитали, все тренинги, которые прошли. Вы вчера вот смотрели, вот все, каждый из вас вот, ну, на последней неделе, ну как минимум 2 вебинара посетил, да? А по чесноку, вот то, что вы узнали, и сказали: «О, блин, все, я понял!» А вы применили то, что говорилось на вебинаре? Вот реально! А вы делали это как минимум неделю? Нет? Тогда что? То есть, получается, вы умные, получаете высшее образование, и в конечном счете это не гарантирует вам то, что вы будете зарабатывать денег. То, что вы ходите на все вот вебинары, это ничего не гарантирует, что вы будете зарабатывать, вы меня понимаете? А просто то, что человек, понимаете, человек, который зарабатывает 50 тысяч, он может научить человека зарабатывать 50. Человек, который топ-лидер компании Oriflame, или вообще как бы так достиг, и говорит, что реально нужно делать, ну слушайте его, он как минимум научит делать то же самое. А не человек, который будет говорить: ой, там твой Oriflame, да, ну какая-то там фигня, там еще, ну что ты заработаешь, вот никто не зарабатывал, вот вообще никто не зарабатывает, и вообще вот все в Oriflame и в других всех сетевых компаниях, вот все, вот куда ни ткни, вот все, вот этот человек и зарабатывает как все, понимаете, вот тот человек, который говорит вот как все, значит он уровень как все, а тот человек, который вам реально предлагает стратегию, например, заработать, как выйти там через 5, через 10 лет на доход 200 штук. Ну вот реально 5 лет пробегут. Вспомните, а если вы не согласны, да, вот вспомните себя 5-10 лет назад. Ну вот ваш доход, чему вы заработали, это то, как вы получили ваши знания и их реализовали, эти знания в действия. Ну вот по чесноку. Если вы скажете, что, блин, Ира, ты не права, я так работаю всегда. Окей. Давайте по чесноку. Вы как минимум 2 часа в день на протяжении 20 дней подряд хотя бы рекрутировали? Еще раз. Вы на протяжении 20 дней 2 часа хотя бы рекрутировали, вот без перерыва, 2 дня пропустили, начиная заново отчет 20 дней подряд. Если этого не было, вы не говорите, что вы были в Oriflame. Вот, ну не говорите, вот просто не говорите. 90, дальше следующий этап, да, по каталогам. Вот испытательный срок, это когда минимум, я говорила час, а минимум 90 дней подряд вы рекрутируете. У меня прямой эфир. Вот смотрите, еще раз задайте себе вопрос. Хорошо, не 2 часа в день, 90 дней. Вот себе дайте гарантию, 90 дней рекрутировать хотя бы по часу в день. Вот тогда вы получите результат.
Вот по чесноку, без перерыва, 90 дней у кого было, я вам хочу сказать, что тот момент, когда я была в декрете, у меня был грудничок на руках, я понимала, что мои новые группы, директорская команда, это только рекрутинг, я фигачила очень много. И за 30 дней, о, за 90 дней в среднем выращивается одна директорская группа. Если вы только вот с нуля начинаете, запускайте, запускайте 90 дней подряд. Вот реально, честно. Вот дальше, когда у вас потом появится команда, все будет где-то какой-то тяжелее. Но вот просто гарантирую результат. Вот сегодня денежный день. Вот денежный день, дайте себе установку ровно 90 дней, да, фигачить. Фигачить так и сделать себе испытательный срок. И тогда себе скажите, да, я реально прошла испытательный срок 90 дней, когда я каждый день рекрутировала. Минимум 1 час в день, лучше 2 часа в день. А успешные лидеры и топ-лидеры, кто сейчас быстро растет, это минимум 3 часа в день рекрутинг. Самый быстрорастущий фигачит 5 часов рекрутируя. Как? Вот понимаете, когда вы начинаете работать, система рекрутинга, сначала у вас ничего не получается. Возможно, даже первые 20 дней у вас будет одна регистрация, вы что-то делаете, 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 предлагаете, и вроде ничего не получается. Это обучение. Это, вы знаете, это вот как вы видите, что там по плаванию там сразу там бах, и там быстро на время было, там танцоры и так далее. Вот любая профессия, вид спорта, все что угодно. Вот сразу вас можно поставить рядышком к какому-нибудь чемпиону? Нет. Как правило, за вот этим всем стоит труд, как минимум 10 тысяч часов, чтобы стать профессионалом в любой области. Так вот, рекрутинг – это как раз-таки профессионализм. И если любой спортсмен пропустит тренировку, ну хотя бы так месяц, не рекрутировал ничего, он начинает все сначала. Если вот я помню, что у меня очень классно было ассоциации, когда я сломала руку, и в течение какого-то времени, в течение месяца, да, у меня был гипс. Так вот, у меня вообще вот реально взрыв мозга был, а когда мне его сняли через месяц привычки, я не могла разогнуть просто руку. Вот я как не могла, вот максимально я рука не разгибается до конца, вы не распрямите руку. Вам требуется как минимум месяц, чтобы просто вот так разогнулась рука. А кто не напрягает руку, кто не тренирует, кто нет, он до конца жизни, у него рука не разгибается. Ребята, представляете? Память ваших мышц. Поэтому, если вы не рекрутируете хотя бы месяц, вы становитесь инвалидом. И если вы в течение 30 дней после того, как делаете 30 дней перерыва, не сделали это, то дальше разработать руку – это вообще нереально тяжело. Это просто мой пример на руке. Любой орган, поймите это правильно, что вот память человека, память мышц – и также во всем. Ребята, вот я провела ровно 30 минут марафона, рассказала основных, да, я буду сейчас еще монтировать видео. Я желаю вам, чтобы сегодня ваш мозг взорвался, чтобы сегодня вы приняли для себя решение. В 2020 у вас уже был уже один план, а в 2022 вы приняли решение и вы начали уже действовать. Потому что в 2022 у вас должен быть четкий план ваших действий. Как вам реализовать свои мечты? Как вам поменять вашу жизнь, вашу судьбу? Исполнить, наконец-таки, те самые заветные желания, которые у каждого есть. Я всех люблю, обнимаю, а свою команду жду в специальном чате у нас, где есть денежный марафон. Мы сегодня стартуем, и я там подробно расскажу об условиях. Ну, а если вы еще не в компании Oriflame, да, напишите мне в директ, и именно вам, вы тот счастливчик, который придет сегодня, 02.02.2020 года, потому что я сейчас буду прокачивать команду, регистрировать один по другим, и это вы будете реальный счастливчик, потому что вы попадете в денежный тот марафон, у меня уже есть две заявки, еще два человека, кто сказал, что они в компании Oriflame, вот которых сейчас, кстати, два, да, вот, а кто еще не в Oriflame, два, кто написал в Oriflame, я говорю, нет, если у вас есть номер, пожалуйста, нет, обратитесь к своим лидерам, потому что вам расскажут свою систему работы, договорились? Все, всех целую, жду ваши сообщения в директ, все, пока-пока.
А, у вас есть вопросы? Ребят, ладно, что-то я все выдала, давайте все, все, теперь блок вопросов, ответы на вопросы, пока вы не разошлись. Что-то как-то, знаете, я как будто протараторила, как будто я записывала видео. Вот. Давайте ваши вопросики, которые у вас есть. Вот сейчас, пожалуйста, мне писали вопросы, а я как раз махнула, и у меня на одном было. Вот, вообще, как вы зарядились от меня энергетикой? Вот я уже посыл энергии денежной вам дала. Есть у вас такое? Сейчас я немножечко поверну, да? Вот, всем привет. Ребят, давайте в течение 10 минут я с вами на ответ на вопросы. Если какие-то есть, не стесняйтесь, задавайте. Потому что всегда говорится, что лучше спонсор достается тому, кто достает. Если вы не достаете, это ваша проблема, ваши тараканы. Вот и все. А потом не говорите, что вот я была вот у спонсора, а вот какая-то команда никакая, а вот какой-то спонсор не такой и так далее. Да? Вам спонсор ответит на все вопросы. Он подберет нужный материал, нужную информацию. А если вы считаете, что во всем спонсор или кто-то там виноват, или там карма, или так далее, вы идете просто на YouTube-канал, выбираете тот вопрос, который у вас есть, и просто смотрите, и не говорите, что кто-то виновен, потому что виноваты прежде всего вы и отражение в зеркале, вот все. Вот, потому что все самые быстрорастущие лидеры, топ-лидеры, это те люди, которые сами себя сделали и не ждали чуда. Ну, а если у вас есть чудесная команда, ваше чудо умножается ровно на 2, потому что ваш спонсор возьмет вас за ручку. Вот смотрите, я вам покажу пример. Вы решили заниматься спортом? Нет, неправильно. Решили заниматься спортом? Нет. Вы понимаете, что у вас... Вы в кого-то влюбляетесь. Или... Вы влюбляетесь в то, или вы хотите просто сделать себе приятное, скинуть несколько килограммов, укрепить свое тело, пресс и так далее, да? Вот. Зачем девушка себя форму пресс? Потому что у нее есть любимый человек, как правило, да? Вот мой сейчас заходил, спрашивал, когда ты это закончишь своими делами заниматься, сейчас занялся кухней. Так вот. Красивое стройное тело. Как? Хочу как? Да, первый вариант – это самый простой. Вообще, вот простой. Вы открываете интернет и начинаете зумба, трумба, планка и так далее бесплатно. Вот все знают, как похудеть. Первое – меньше жрать и больше двигаться. Магия чисел. Меньше жрать, больше двигаться. А кто реально это делает? Кто это делает? Меньше жрет и больше двигается. Так вот, открываете YouTube, начинаете плясать. Кто? Меньше. Второе. Вы идете... Сейчас отвечу на вопрос. Вы идете в фитнес-клуб. То, что вы купили карту, зарегистрировались в компании, это еще не означает, что это вам даст результат, потому что вы просто можете ничего не делать, либо не ходить в фитнес-клуб. Понятно? Ну, логически, понятно. Далее. Вы определяете, что вам нужно на секции. Вот, например, какие вам нужны секции? Первое. Как нужно до новичка донести 150 бонус-баллов? Как делать эти 150 баллов? Или как рекрутировать? Это разные секции. Как работать с новичками, сопровождать? Как самому лично делать? Ладно, некрасивый палец. Делать 150 баллов. И как рекрутировать? Разные секции. Вы можете туда ходить. Вас кидают в чаты. Это общая секция. Чат такой секция, чат такой. Вы можете читать, изучать, но это не гарантирует вам результата. Да, это, вы читаете, вы изучаете, все классно. Понятно, да? Но это уже круче, нежели вы сам где-то изучаете, ищете там бесплатно, да, в Ютубе. Следующий вариант. Вот самый крутой вариант, когда вы находите и постоянно вот в этой группе, да, в группе среди всех, кто занимается в секции, там же постоянно говорите, а вот я так нормально делаю, вот так крылышками машу, нормально, а вот так вот я нормально делаю, и подходит к вам тренер, говорит, ну, в принципе, нормально, вроде бы ничего, да. И самый крутой реальный результат, когда у вас есть личный тренер. Вот у меня сейчас есть личный тренер, на тренажерах я занимаюсь, я реально офигела. Я наконец-таки поняла, как мое тело может быстро прийти в форму, но при ней, можно сказать, я плачу. Потому что я никогда бы в жизни так не тренировалась. Она мне говорит, Ира Божиш, ты чего? Я из последних сил делаю, я говорю, я не могу. Она говорит, можешь, и еще добавляет. А я реально, получается, могу. И говорит, ты понимаешь, вы никогда не поймете, насколько вы способны, если не тренер, который будет заставлять, и вы будете плакать. И вы будете плакать, не соглашаться, какая она хреновая, как она сделала, она у вас удалила из чата, из какого-то, либо еще что-то, да, когда-то, да, потому что тренер
тогда вы получаете результат. Тогда вы получаете результат, когда у вас личный тренер. И у вас тренер может быть разный. Может быть чемпион, а может быть еще просто обычный тренер. Это стратегии, думайте сами, как вам делать. Но в любом случае, даже занимаясь через YouTube, вы можете уже какой-то результат. Я вам про аналогию со спортом. Я всегда своим партнерам это показываю. Понятно это? Угу. А теперь вопросы. Так, вопрос. А поменять спонсора, но не знаю как. Ребята, давайте после... Так, первое правило компании Oriflame. Даже если вас куда-то подпишут и придумают кошечку, собачку и так далее, да, если даже вы станете директором, ваш номер терминируют. Вот, это потому что устав компании. Нужно выполнять. Если вы год не размещаете заказы, ваш номер удаляется. Только так. Какие виды рекрутинга существуют? Ребята, самый эффективный метод рекрутинга – это список знакомых через теплый рынок и холодный рынок. Это как минимум 1.5 часа объяснять. Вот, два вида рекрутинга – теплый рынок и холодный рынок. Даже если взять холодный рынок, даже соцсети, то это как минимум все соцсети, минимум способов и так далее. Да? Или, например, я рекрутирую через YouTube, я создаю свои видеоролики, и ко мне люди… Через продукт приходит, а я потом предлагаю на бизнес. Это тоже вид. Кто-то мастер-классами проходит, потому что я как визажист раньше работала через мастер-классы. Окей? Сколько лет в Oriflame? Это можно развить. Понимаете, здесь вопрос немножечко неверный. Вот вы, например, сколько лет вы ходите, ну, сколько вы, например, магнит или как продуктовый магазин. То, что вы ходите и то, что вы зарабатываете с этого магнита, это одинаковые вещи? Например, то, что я хожу в какой-то продуктовый магазин, у меня есть дисконтная карта, это не означает, что я там делаю бизнес. Правильно же, да? Только когда я строю структуру. Когда я работала финансистом, это вот этот период где-то 5 лет, и как бы мне интересно, ну как... 8 часов основная работа, и где-то часик в день это вот был Oriflame. Итак, периодически я не понимала, что главный секрет – это рекрутинг. Вот. А когда у меня я забеременела, родила, и вот реально, реально, да, вот начала фигачить очень много, да, вот где-то за год, за полтора я вышла в доход 100 тысяч. Вот когда я осознала, приняла решение, что вот это мой бизнес. И когда... Каждый день я фигачила очень много, я стала одним из самых быстрорастущих топовых лидеров, который по 2 звания в год делал в топовой команде. Вот, поэтому здесь первое – это дата регистрации, сколько в Oriflame, второе – это дата принятия решения, когда вы действуете, а третье – дата принятия решения, когда вы хотите стать топ-лидером. И на каждом периоде совершенно разные действия, окей? Как нужно донести до новичка, как до новичка донести, что нужно 150 баллов делать? Все очень просто, покажите ему скидку. Минимум, если он до 9%, получает 10% кэшбэк. Размещает заказ на 8000 рублей, 800 рублей – это экономия, либо подарок. Если он растет дальше за счет группового товарооборота, на каждом процентном уровне он получает как минимум скидку за свою структуру. А если он начинает рекрутировать, покажите в цифрах, сколько он может иметь. И дайте ему видео, что нужно разместить на 150 баллов, чтобы получить эту скидку. Как рекрутировать знакомых, если они посылают или боишься, что пошлют? Пошлют нормально, практически все вас пошлют. Это нужно к этому нормально отнестись, потому что они не до конца понимают смысл вашего бизнеса. Как рекрутировать дальше? Каждый раз, какой-то период времени просто рассказывайте об своем, либо о успехе, второе, через продукт, через каталог. Если никак, они говорят, ой, отвяжись со своим Oriflame'ом, значит дарить подарки. Ну вот реально, ну подарите то, что вы любите больше всего, и скажите, блин, ты такая классная подруга. На тебе тушь 5 в одном, на вот это. Несколько продуктов подарили, человек влюбился в вашу продукцию. Вы говорите, я не могу тебе продавать. Ну не могу, давай договоримся так, ты будешь брать по каталожной стоимости. Угу. Человек берет по каталожной стоимости. Дальше, смотри, какая рекрутинговая подарка. Пригласишь одного новичка, получишь бьюти-бокс за это. Давай с тобой соберем подарки. Начинает работать. Потом говоришь, блин, а если научишься делать 150 баллов, так вообще будешь еще доход со структуры получать. Так давай дальше рекрутировать. А дальше 2-2-2 познакомиться с вышестоящим спонсором. Понимаете, стратегия от маленького к великому. От маленького к великому. Вот. А я не могу созвониться со своим спонсором, она все время занята, вот и я в ожидании. Пишите каждый день. Напоминайте о себе каждый день, и тогда ваш спонсор поймет, боже мой, у меня такая зайка, я ее всегда вот то-то, то-то, то-то. Спонсор достается
тому, кто достает. Так, нет вопросов, иду на рекрутинг. Супер. Как делать собственные бонус-баллы, если нет деньги? Занять деньги на каталоги и начать раздавать каталоги. Все. Поймите, это ваши инвестиции. 5 магазинов, либо один магазин открыт, либо 5. Нет денег, выйдите, заработайте. У меня девчонки в среднем, кто начинает обучаться, за 10 дней обучаются делать в среднем 250 баллов. От 300 до 1000 рублей в час. Вопросы. Как делать так, чтобы регистрации приходили с покупкой? Как делаю я? Это рассказываю о тех продуктах, которые нравятся мне. И я не регистрирую людей, если у них нет заказов. Я влюбляю в продукты, я даю попробовать. И я рекрутирую, да? Ну, ребята, если вы влюблены в продукцию, вы о ней расскажете, если вы сами пользуетесь, вы о ней расскажете так, что человек вам поверит. А если вы не пробуете, не пользуетесь продукцией или пользуетесь других брендов, да, то вы не сможете донести до человека, как вам нравится продукция и какие замечательные акции. На 1000 рублей, да, ребята, это просто помыться со скидкой. На 1000 рублей себе сделать заказик активационный, да ё-моё. Ну, нужно понимать, что всегда... ты хочешь деньги зарабатывать? Окей, хорошо. Ну, представляешь, мы с тобой открываем бизнес, да, какой-нибудь там пекарню, да, или там еще что-то там, не знаю, продуктовый магазин. Вот мы продуктовый магазин с тобой открыли, а ты вот говоришь, я хочу бизнес в продуктовом магазине, но покупаешь через улицу, да, в другом. Ну, здесь зачем? Глупо, смысл? Ты себе уже, тогда ты не понимаешь логику. То есть, если человек у вас не делает заказ, то он не понял, почему ему выгодно покупать в своем магазине. Покупая в своем магазине, я зарабатываю деньги, я отдыхаю в разных странах мира, у моей семьи есть машина, квартира. А когда я покупаю в чужом интернет-магазине, то этот человек зарабатывает, этот человек путешествует сам со своей семьей, у него есть машина, квартира и так далее. Я ему свои деньги отдаю. Вот те самые 20% я ему отдаю. Так вот... Ты хочешь себе зарабатывать и так далее, либо чтобы он это делал. У меня ребенок сегодня подошел, и мы сейчас уже выбираем подарок на день рождения. И она говорит, мам, вот это классно, там бьюти-бокс есть, и вот там вот эта фигнюшечка, и там, она говорит, а там еще помадки, все, и это тот, а тот косметика. Я говорю, так, Мариша, давай с тобой поговорим. Ну, а ей вот 9 лет, 10 будет. Я говорю, Марина, запомни такую вещь. Когда мы покупаем у себя, а у меня тоже есть косметика, у нас есть косметика, потому что этот бизнес будет ее потом, я передам ей этот бизнес, мы зарабатываем. И на эти деньги я тебе могу позволить купить вот этот бьюти-бокс, который ты хочешь, а там супербокс, и там игрушки в стиле этих там, ну, рожки, как они там, как они называются, это сейчас позвать, единороги, а есть единорог и плюс там косметика. Так вот, когда ты покупаешь у себя, мама может тебе позволить, да, косметику, а если ты покупаешь, им ты платишь деньги, то это они зарабатывают, они куда-то есть и так далее. Она такая, мамочка, я поняла, мне вот этот бьюти-бокс. Ну, не бьюти, а он супербокс называется. Понимаете, ребята, вот поясни. Вот каждый раз, когда вы покупаете что-то в других магазинах, например, ребята, вот по чесноку, да, вот что я не покупаю в компании Reflame, точнее, есть, но мне мало, это тени. Я тени-маньяк. У меня каждого бренда есть палетка, и, наверное, около 100 тысяч будет только на тени, ребята. Но, понимаете, эти деньги я раздала кому-то, а могла инвестировать в свой бизнес, здоровье, в интернет-магазин. Но это мой фетиш, понимаете? Вот у кого-то есть рыбалка, да? Кто-то там фигачится в танчике и так далее. Вот у меня это палетки и красится каждый день новый макияж. Это мое, понимаете, хобби, вот просто хобби. И я не могу, мне компании мало. И компании, когда я задавала вопрос, а почему у вас так мало теней, они говорят, Ира, таких сумасшедших, это только вот визажисты 1 на 1000, да? И вот надо, вот иди и трать деньги где-то, вот тут, пожалуйста. И я покупаю палетку, я ей пользуюсь ровно неделю, а мне даже неинтересно, я кидаю, у меня сразу цель, я еще хочу новую палетку, потому что ее не пробовала, понимаете, это уже называется зависимость. Вот, вот, например, так, все остальное есть компания Reflame. Вот то, что вот, ну, то, что как я выгляжу, это то, как я пользовалась чем больше, чем 15 лет.
А как поступать, если муж против бизнеса Oriflame, как привлечь? Вам рассказать свою историю. У меня муж много лет был против. Я буду рассказывать потихонечку, он вон там. Так вот, у нас было вплоть до развода. Даже были случаи, когда он просто собирал и выкидывал каталоги в форточку. Он говорит, ты что, дура? Я что, тебе не могу позволить купить косметику? Я же работаю, и ты работаешь. Ты чё? Вот, фигня. А почему ваш муж злой? Потому что вы не уделяете ему время. И мой муж сейчас недоволен, что я в выходной день, вместо того, чтобы провести семью, я работаю бизнес. И нужно понять, неудовлетворенный муж, ему либо секс нужен, либо еда нужна. Магия чисел. Секс и еда. Если у него есть и то, и другое, ваш муж пойдет играть в танчики или смотреть телевизор, и все будет в порядке. Поэтому нужно решить два пункта. Да? Ну, еще может быть чистоту в доме. А если вы сделаете два пункта, и вы попросите его убраться, то, в принципе, будет в порядке. Вот, ну, это мудрая женщина так поступает. А не мудрая, не мудрая. Ну, я бывает такое. На старуху бывает проруха. Да? Так вот, мои дорогие, дальше была стратегия. Стратегия финансиста. Когда я реально осознала, сколько можно заработать с компанией Oriflame. Когда мне муж говорил, это все фигня, я говорю, окей, давай договоримся о следующем. Во-первых, у каждого из нас есть свое хобби. Вот у вашего мужа есть хобби? Вот есть вот реально, да? Вот посмотрите, самое классное, если мужик курит. Ты представляешь, сколько бабок можно просто просчитать? А если он хотя бы раз в неделю бухает пиво с мужиками? А если он ходит на рыбалку? А если он играет в танчики, а еще и вкладывает? Ты говоришь, у тебя есть хобби? Это твое хобби. Вот у каждого человека, вот, пожалуйста, вот это мое бесплатное хобби. Вот я кайфую от этого. Я ж девочка, каждая девочка хочет быть красивой. Ты хочешь, чтобы твоя жена была красивой или как бомж? Ну, вот просто красивый, да, на эту тему есть анекдоты. Так вот, он говорит, ну, ладно. Так вот, не, это не доход, дорогой мой, это не доход. Это просто мое хобби. Хобби. Так, договариваемся так. Первое, я выполняю свой супружеский долг. У нас была такая договоренность. Ну, первое, да, раз, два. Ну, понятно, да, чтобы как бы так. Третье, когда он приходит домой, меня не беспокоит. То есть мне не звонят, ничего. То есть я решаю эти вопросы вне. Ну, бывает, конечно, в виде исключения. Бывали, но бывали. Ну, вот как бы так. Мы договорились о том, что когда он приходит домой, ко мне не ходят люди, не спрашивают ничего. Все, как бы так, да. Ну, он дома. У меня супруг дома. Все. Ходить по цыпочкам. Никто не должен приходить, никто не звонить и так далее. Это первое. И второй момент. Мы договариваемся, что все деньги, которые... Вот эти вот копеечки, которые я зарабатываю на своем хобби, он же тоже на танчиках зарабатывает. Он на работу идет на танчиках. Да? Он же зарабатывает на танчиках. Ну вот, я на своих тоже танчиках, но у меня косметика. Я зарабатываю. Я не отчитываюсь, куда я потрачу свои деньги. Ну вот не отчитываюсь. Ну, мы так и договорились. То есть я спала на кухне, он спал в зале, вплоть до развода было. Ну, мы потом встретились в спальне и договорились, что он мне не мешает. И я эти деньги, копейки... А, и еще я не трачу на все вот эти всякие побрякушечки, на колечки, на... А я шопоголик страшный. Боже мой, какой у меня гардероб, это просто шопоголизм вообще. То есть я из своей... Ну, не трачу, да? А дальше это все продолжалось, он говорит, это все фигня, фигня. Я говорю, хорошо, давай так. А, фигня, значит, конечно, фигня. Так, сейчас, фигня, да, фигня. Так, сейчас просто каталог нужно достану. Так, вот, зубная паста. В магазинах покупаем? Покупаем, да. По-любому мы должны купить зубную пасту. Так, сколько она стоит рублей? 200 рублей. Сейчас идет сколько? Скидка 50%. Хорошо, в магазине бы мы скупили с 30% скидкой, поэтому... Так, 170 рублей. 170 рублей. Вы видели, в каталоге она 99. 170 рублей, потому что качество компании, которая продает продукцию напрямую, это уже гарантия, что минусуется как минимум 5 посредников, если бы вы купили в магазине. А это означает, что за ту же самую сумму вы как минимум в 4-5 раз получите более безопасный продукт, более качественный. Так вот, эти 170 рублей я с психу кидала под ковер. Вот так. Чуф, вот так.
ага, хрень это значит, да, вот так. Не то, что вам это 99 и минус 20% 80 рублей, а 170. Я ж уже в компании Oriflame на этой акции сэкономила, сэкономила. Окей, у нас закрытые распродажи есть, где, например, вам говорят, что 75% скидка, вы получаете набор, если делаете заказ на 50 баллов. Ну, один из, да? Окей, сколько? 299, так, ну, максимум 30% скидка. Ага, беру свои зарплаты финансиста и под ковер. Тогда ковры у нас были. И вот так вот я реально я разозлилась, какой-то прям вот прям очень сильно вот так вот злилась у меня было. Потом весь свой доход на продажах, там что-то как бы так, ну, и скопила очень хорошую сумму. А дальше Новый год. Новый год, и мы перед Новым годом пошли в магазин в Эльдорадо, помню, как сейчас, и там как раз тогда только-только начиналось вот эти вот плазменные телевизор и домашний кинотеатр, да, вот эти четыре колонки, мы подходим так, ну, смотрим, ну, как всегда, в магазинах же нужно походить, погулять, это, о, классно, он говорит, да, классно, я тут же подхожу к консультанту, я говорю, нам вот это и вот это, пожалуйста, все типа, заверните. Муж на меня смотрит такой, ты чё, типа, ты чё, с ума сошла? Во-первых, типа, нам это не надо. Я говорю, как не надо? Ты же сказал, типа, это классно. Я говорю, всё, говорю, вот это, вот это. Он говорит, как? Я говорю, помнишь наш пункт, когда мы с тобой договаривались, что ты не влазишь в мой бюджет вообще, что я зарабатываю? Он такой, а у тебя что, деньги есть? Я говорю, да. Ну так вот, короче, мы это все дружненько покупаем. Он говорит, у тебя что, еще деньги есть? Я говорю, есть. Сколько? Я говорю, помнишь два пункта, и что ты не влазишь в мой бюджет? А это я шопинг, я все на себя покупаю, все. Ну, периодически продолжаю со своей зарплаты, которая работа у финансиста. Это же все чепуха, это все чепуха, понимаете? Это же все чепуха. А я продолжаю вот так вот фигачить там уже... уже не под ковер, потому что у меня уже есть деньги, все. Вот. А потом, что любят мужики? Машины. Вот кто из ваших мужиков любит машины? Я своего мужа убила просто наповал, когда вот своей вот эти вот все экономией по полной стоимости цены каталога, а я создала свой... Потом у меня реально свой был фонд, денежный фонд, где я могла под зарплату давать и так далее. Потому что, вот смотрите, да, по логике вещей, вот, например, вы заработали 10 тысяч рублей, да, и вы решили, ну, я еще, знаете, такой вот момент, я 10% всегда откладывала. Не помню, с каких пор, да, вот на свою пенсию, да, вот такое, что понимала, что вот, ну, много книг всяких прочитала, вот, и... Если вы положите деньги, заработанные в банк на пенсию, якобы на какой-то, ну никогда их тратить, ну, трогать не будете, вы сейчас получите максимум 6%. Правильно? 6% годовых. То есть в месяц 6% делим на 12, это получается 0,5%. Да? То есть, если 10 тысяч рублей умножить на 0,5%, то в месяц. Ой, господи, 10 тысяч. Умножить на 0,5%. То есть за месяц вы получаете 50 тысяч рублей. Но если вы используете банк-Oriflame, свой бизнес. Ой, девочки, я пересохраню сейчас.